Всем привет, любители Ютуба! С вами я, Рэйчик. Добро пожаловать на прохождение игрушки GTA San Andreas для мобильных девайсов, то бишь на Android. И, в общем-то, давайте же начнем. Ну, давайте, конечно. Многие меня просили снять эту GTA-шку. Grand Theft Auto San Andreas. И, в общем-то, наконец-таки я начну снимать ее. И, в общем-то, можете похлопать, поаплодировать. И давайте же приступим. Ух, погнали. GTA San Andreas. Итак, идет такая загрузка. И прикольная музыка. Отлично. Давайте же посмотрим, что у нас. Что за сюжет нас ожидает. Все переиграли в эту игру. Вот я один только. Вот. Так. Международный аэропорт Франсис Либерти Сити. После 5 лет, проведенных на восточном побережье, настала пора вернуться домой. Международный аэропорт Лос-Сантоса. Карл, это красавчик. Как оно, красавчик? Что надо? Мама. Она умерла, брат. Жалко, какая-то мама умерла. Так, мы садимся на такси и уезжаем. Опачки. О, мент, копы. Пассажир, покиньте помещение. Ой, блин, начинает писать, блин. Стой! На колени. С первого жизни живот. Вот так вот. Какой-то упоротый чел. Это пусть полежит у меня. Это мое. Это мои деньги. Это грязные деньги. Мои деньги. Слушай, не беспокойся, протокол потом оформим. Добро пожаловать домой, Карл. Рад возвращению. Ты не забыл нас, малыш? Черт, конечно нет, офицер Темпани. Я как раз удивлялся. Садись в машину. Полегче, чувак, черт. Менты, блин. Голову береги. Пардон. Проваливай отсюда, паршивый ублюдок. Мексиканский придурок. Слушай, прости. Моя сумка. Эй, мужик, моя сумка. Так, все, нас забрали менты. Окей. Что же нас дальше ожидает? Давайте, ребятушки, кое-что сделаю одно. А, ладно, нельзя. Как дела, Карл? Я приехал, чтобы похоронить мать, ты знаешь об этом. Да, наверное. Где ты? Ты еще засветился. Нигде, я теперь живу в Либерти Сити. Я чистился по закону. Нет, Карл, чистеньким ты никогда не был. Так что тут у нас? Офицер Пуласки из этого оружия менее 10 минут назад. Был застрелен офицер полиции. Офицер Пендлбери. Хороший человек. Стоит заметить. А ты быстро работаешь. Вы знаете, что я только что с самолета. Хорошо, что нам удалось тебя найти. Это не моя пушка. Ты не гони, Карл. Какого хрена вам от меня надо? Когда ты будешь нужен, мы тебя найдем. А пока постарайся больше не палиться по офицерам полиции. Вы не можете меня здесь бросить? Это территория Баласов. Ты вроде говорил, что не виновен, Карл. Что? Ну, скоро увидимся, Карл. Пендерби убит. Мы сейчас приедем. Черт побери. Я снова тут. Худшее место в мире. Уже 5 лет не съезжу с Гроув-стрит. Но ублюдкам из Баласа пора что-то там такое. Итак, ребятушки, в общем-то, мы уже начинаем играть в игрушку. И вот наш. Не знаю, Карл, как вы его поняли, назовут. И давайте сядем на велик. Итак, ну, какой мы выберем? Ну, давайте вот этот второй. Будет более-менее. Я... Кто помнит, кто был моим старым подписчиком, были моими старыми подписчиками, у меня было где-то 500 или 300 подписчиков. Вот, я снимал, сейчас скажу, очень не GTA-шку, а такой вот, как вам даже сказать, не GTA, а
что-то похожее на GTA, но это не GTA. Это, как вы уже помните, называю, сейчас скажу. Это, как вы поняли, Гангстер Вегас, да, вспомнил. Вот. Вот так вот, ребята. Так, ой, что мы врезаемся. Так, нам, по-моему, туда. Ага, все правильно. Гроув Стрит, дом. По крайней мере, я был им, пока не облажался. Так, нажмите, чтобы покинуть. Давайте залезем в гараж, я так понял, что это гараж наш. Отлично. И мы, я так понял, что мы тут можем бегать. Ну ладно, давайте заглянем. Так, на красную точечку. Паровоз. Паровоз, блин. Боже, мне так нравятся лица этих негров всяких. О, удивлен такой, что случилось, блин? Опа, картина. Эй, хорош, что вы тут устроили? Карл, Брайан, остановитесь. Перестань, мама услышит. Мам, они что-то затевают. Да. Сидим. Смотрим на фотографию, вспоминаем что-то. Наверное, детство. Эй, зря ты решила ограбить дом. Эй, эй, паровоз, это я, Карл. Спокойно, спокойно. Это паровоз в очках? На ботаника похож. Сиджей. Братан, как жизнь, эй. Эй, чувак, как сам, в порядке? Нет, чувак, моя мать. Слушай, я не знаю, почему это произошло, но я обещаю тебе, я выясню, кто убил твою мать. На улицах теперь сурово, братан. Как сказано в книге, мы все благословлены и прокляты. В каком еще книге? То, что заставляет нас смеяться, заставляет и плакать. Но сейчас надо заняться своими делами. Ты должен встретиться с братом на кладбище. Давай, поехали. Да уж. Хочешь за руль? Да, ништяк. Окей. Ты знаешь меня, это не паленка. Так что ты ее побереги. Красавчик и Кендалл. Вторая миссия вроде, или что это? Фиг его знает, ребята. Я скучал по тебе все эти 5 лет, и они будут рады тебя увидеть. Эй, чё как, смотрите, кто тут рядом. Привет, Карл, рад тебя видеть. Поверить не могу, что я больше нет. Ты эти похороны пропустил, дурила. Как и похороны Брайана. Слушай, она была моей мамой. Ты только 5 лет. Чё? И куда ты, мать, пошла? Что ты? Да пошел ты, я иду к Цезарю. Да я ни хрена подобного. Ты не можешь с ним встречаться. Ты даже знаешь. Слушай, я люблю его. Какой тебе нравится? О, я думал, что ты делаешь честным американцем. Карл, скажи. Карл, ни хрена ничего не говорит. Эй, как ты можешь такое говорить? Тебе же совсем не волнует. Пошел ты, красавчик. Вот, черт, опять понеслась. Все фигово. Абсолютно все. О чем ты? Что, кроме смерти твоей матери? Дела идут фигово. Вот, давай я тебе покажу. Беглец ты наш. Маленький дьявол, вон там. А большой дьявол, вон тут. Чувак, это же просто офигеть. Сначала палят по пацанам, и только потом разговаривать начинают. Ясно. Вчетвером такие идут, такие вот. Как 4 мушкетера, как 3 мушкетера, только их 4. Баласы, берегитесь, палят из машины. А, моя машина! Возвращаемся на район, здесь слишком опасно. Хватит байк и жми, даже ты должен. Так, окей, садимся на байк и едем за ними, да, я так понял? И кто такие баласы, так, наверное, понял, типа, мы имеем свою банду, а баласы, наверное, наши... Тоже банда, но она банда враги наши, или как это сказать, даже не понимаю. То есть, вражеская
банда, или как-то... Короче, я думал, это территория семей. Да, так, ладно, мы не будем читать, наверное, мы будем просто ехать. И не будем читать, потому что, блин... Пока тем временем мы будем кататься на велике. И куда мы едем, черт его пойми. Ну, подскажите, куда мы едем? Чувак, подскажи. Давайте следовать за этими. Чем больше вы управляете, тем выше. Так, скорость, не знаю, становится. Дерьмо, даже кабалла с зами разделяемся. Не оставайся, ублюдок. Контрольная ручка сохранена, окей. Так, и мы едем за каким-то чувачком. С какой-то за каким-то челом мы едем. Блин, ребята. Я прозависла, ребята, что немножко. Ой-ой-ой. Фига там залагала. Блин, у нас... Куда? Туда? А, автомобиль. О, мы и бегать можем. Я просто хотел посмотреть, что за звонок. Я думал, что это будет как раз как вот... Вот такой вот звук. Ну, я сейчас нажал и вот такой... Ай-ай-ай, куда? Блин, ребята, мы отстаем. Просто тупо отстаем. Жик. Отлично. Едем. Мы отстаем, ребятушки, жестко. Вы слишком далеко. Держитесь рядом. Давайте. Держимся. С Райденом. Если, конечно, это Райден. Райден. Да, с Райдером. Ну, я не знаю, это, наверное, чучка зовут Райдер, скептик который. Фиг его знает. Так, а вот, наверное, мы должны были приехать в наш дом. И мне кажется, что мы уже почти приехали. Давайте, доезжаем. Не позорь нас, ниггер. Я уже с ним разобрался, показал этим ниггерам, кто тут настоящий гангстер. Так когда ты уезжаешь, Карл? Ну не знаю, подумал, может мне лучше остаться? Дело фиговое. Нам твоя помощь, горбун, нужна. Я вас не подведу, клянусь. Слушай, мы собираемся взять травки и погудеть. Присоединишься? У меня куча дел, и мне нужно отдохнуть. Увидимся позже. Йоу, просто заходи. Мы тут тусуемся. Да, купи шмотки цвета банды, дуралей. Да стригись, постригись, с тобой позорно показываться. Вы можете сохранять игру, войдя в дом Си-Джея. Вы можете сохранить транспортное средство, припарковав его в гараже. Окей. Ставьте в выделенную цветом зону, чтобы войти в дом Карла. Окей. Миссия пройдена. Прикольная музыка. И давай посмотрим, сколько мы снимаем. 13 минут, у нас есть еще время на прохождение еще каких-нибудь миссий. Итак, дом Си-Джея. Давайте заглянем что-нибудь. Дом Си-Джея, не знаю, что у нас здесь. Купить шмотки. У нас вообще есть шмотки? Так. Ну, давайте подойдем сюда, не знаю, подойдем. Вот это я так понял, сохранить, пустая ячейка, окей. Все, сохранились. Ладно, что на втором этаже, посмотрим, что у нас здесь на втором этаже. У нас здесь что-то, да, тоже имеется. Гардероб. Ладно, ну, гардероб, мне кажется, не надо идти, потому что у нас так ничего нету, по-моему. Может, и есть что-нибудь, но я не знаю. Блин, зачем сюда снова пришел? Так, а что здесь, а? Опачки, мы что-то нашли. Фотоаппарат. Да, фотоаппарат. Ладно, мы пока уберем фотоаппарат. Да блин, почему я снова в гардероб-то захожу? Блин, неудобно, но тут музыка играет. Наверное, кто-то забывает выключать музыку перед уходом. Ну, дом Си-Джея большой такой, знаете, уютненький, как у всех американцев. Ну, не как у всех, но как у многих американцев. Не знаю. Гантон, это, наверное, наша улица. Идите к Райдеру, он живет на этой улице. О, Райдер.
Так, мне уже нажать, наверное, на это. Алло, думал, что тебе надо объяснить какую-то фигню. Йо, красавчик, что там такое? Ты так сидите, как все поменялось. Семьи с улицы Гроув уже не рулят по-крупному. Семьи с Севиль, Стэмпл, Драйв забыковали. И оказались семьи, так что будь осторожен. Ага, все понял. И у нас жир упал, и мы, наверное, похудели, я не знаю. Фиг поймешь. Но мы подъем к Райдеру. Райдер. Миссия Райдер. Райдер это тот, за которым мы ехали в первой миссии. Или во второй. Эй, что тебе надо? Ну еще, братан, а как сам? Ага, братан, точно-точно, рад тебя видеть. Что, братишка, даже не обнимешь? А, тут не вопрос, братан, как сам-то? Эй, чувак, нафига тебе ствол? Слушай, чуваки из пиццерии все время закрашивают. Они офигенно смотрятся, надо проучить эти. Они были на Гроув-Сити. Я всегда в деле. А, да. Пошли, мать твою. Ну, покажи, как катаются на восточном побережье, брат. Так, окей. И мы на этот раз сядем на машину. Все? А как нам музыку выключить, ребята, чтобы она нам не мешала? Статистика. Так, настройки. Звук. Как вот нам выключить сейчас, ребятушки, одну секундочку, мне надо принять. Все, ребята. Все им пишут, тут подписчики, блин. Так. Давайте поехали, ребята. Нам не мешала музыка никакая, мы просто вот без музыки поедем. Я люблю кататься без музыки. Ну, потому что с музыкой мне как-то, знаете, даже, ну, не очень. Блин. Ребята, аккуратненько. Ой-ой-ой, нас вернули как-то жестко. Давайте едем, выезжаем. И мы как-то не приехали. Все равно ты для меня тряпка. Ага, спасибо, кореш. Даже не за что. Так. Слезаем из машины и заходим сюда. Это, наверное... Это парикмахер. Парикмахер, парикмахерская. То есть мы будем стричься. Ну какой... Давайте посмотрим на этих упоротых. Я люблю на них смотреть. Блин, такой угарный, ребята. В очках все такие. Так, Цезариусы. Покажите мне Цезариусы. Цезарь борода. Бородка. Да, боже мой. А Цезарь борода. Так, что у меня здесь еще? Я бы мог бы... Ёжик. Что за ёжик? Я вообще лысенький. Джерри Кэрролл. Ну нет, ребята, мне, знаете, мне еще понравилось. Мне понравилась Цезарь и бородка. Смотрите, как красивая. Вот другое дело. Купить, конечно. Ну, взгляд, неплохо. Бороду только отрастили, вот и все. Так, все, Айдвуд. Черт, говорил же, что он псих. Чувак, что-то тебя все не наперекосяк. Ты погляди вокруг, какая-то жалкая фигня. Никакого уважения к району. Все такие себя чистенькие и все такое. Ты совсем отощался, Иджей. Скажи нам что-нибудь. Закажи нам что-нибудь поесть. Я докурю. Пока. Я докурю пока. Угу. Если сыр же не будет есть, то он похудеет и будет терять здоровье. Съедая что-нибудь, вы вас пополняете здоровье, но если будете есть слишком много, станете жирным. Да, кто-то мы слишком, ребята, какие-то мы слишком худые, не знаю, какие-то мы худенькие. Худенькие какие-то. Но осанка, давайте посмотрим на осанку. Осанка ровная, кстати, за него, смотрите, выпрямили, какой-то выпрямляется, вот, смотрите. Ага, вот так, значит, можно приседать. Ну окей, давайте посмотрим, что зайдем в пиццерию. Пиццерия Фредди Фазбер, блин.
Так, какие-то чувачки. Давайте посмотрим на этих нигеров. Прикольно, не прикольно. Давайте посмотрим, позыркаем. Ну-ка, кто это? Кто это? Кто это за что это за улыбчивый человек? На бомжа напоминает, кстати, ребят. Пиццу так делал, ест, блин, вообще. Вообще, я сейчас тоже, допустим, захожу пиццу, блин. Что здесь? Ну, здесь какая-то женщина, не знаю, кто это. Женщина тоже, что-то женщина и то. Ну, этот мужик, он, ну, этот мужик более-менее выглядит, он нормальный, на мой взгляд. Так, давайте посмотрим на этих клиентов. Опа, Стёба, стоп, 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 я, кажется, кое-что нашел. Ага, то есть это меняется на фотоаппарат. Ладно, окей, я лучше фотоаппарат оставлю. Так, проходим сюда. И вот подходим к этому чувачку. Тоже, блин, не видно его глаза. Вот мы видим какой-то китаец. Перекусь, двойной люкс, гора еды и салат. Ну, мы, наверное, чем дешевое закажем. Все. О! О, там на его кепке San Andreas написано. Ничего себе, блин. Игра про него, и он прям кепку такую надел. О, с пистолетиком. Гони бабки, это ограбление. Райдер, опять ты? Это не я, придурок. Таких карапузов больше не сыскать. Мне прям жаль твоего отца. Черт, ты спятил, отвалим отсюда. Вот все, вот ты такой же сопливый сынок. Сижу. Вот дерьмо, бежим. Бежим. Опа, опа, подожди, подожди. Он выйдет? Окей. Опа. Иди сюда, я сказал. Блин, миссию провалили, ребята. Мы провалили миссию. Ладненько, продолжим. О, привет, полицейский, как дела? Я к тебе не хочу приставать. Я не хочу проблем. Сейчас, ребята, быстренько сделаем перекусик. Перекусик, блин. Давай. What would you like? Enjoy, sir. Приятного аппетита, сэр, сказал. Ну или что-то. Радуйтесь, сэр, enjoy, играйтесь, балуйтесь. Так, это мы пропустим, это мы пропустим. А давайте, знаете, как мы сделаем? Ну что ты гонишь, а эту пиццерию? Сейчас, знаете, как мы сейчас отомстим? Так, отошел. Вот так и давим. Все, ребята, вот. Ха, все, ребята, мы дробаш у него стыбзили. А, ништячок, смотрите, как... 7 патронов, блин, жалко, ребята, что так мало, но... Ладно, ладно, ничего страшного. Но мы стыбзили оружие хотя бы какое-то. Так, давайте едем назад. Так, через... Сюда вам. Так, и, по-моему, как-то мы вот так объезжали, или как... Черт его пойми. Вроде так. Ладно, едем. Угу, неплохо, неплохо. И подъезжаем к дому. Ну, неплохо, остановились такое. Запарковались. Ходи, повидайся. Он еще гнал насчет... Увидимся, братан. Блин, где твоя кепка, чувак? Окей, ребята. Где кепка чувака? Где его кепка вообще? Где кепка Райдера? Она что, во время ограбления, что ли, это потерялось? Я, кажется, знаю, в каком месте он лоханулся. И я знаю такую, я слыхала про такую пасхалку. Давайте возьмем руки, и сейчас вам кое-что показать хотел. Да-да, он где-то вот здесь. Так, как же нам забраться-то, а? Блин, ребята. Дела все хуже и хуже, или как это еще можно сказать? А, нет, допрыгнуть мы не можем, так.
Так, в таком случае мы просто тупо бежим сюда. Или куда? Так, ребята, аккуратненько. Вот так. Отлично. Сейчас вам покажу, какую подскалку. Так, ну там у нас краска, нам она не нужна, по сути. Как вот нам допрыгнуть теперь? Ха! Вот мы забрались и лоханулись, а вот сразу же. Давайте как-то обойдем, не знаю, как надо думать. А, да, забрались. Все, ништячок. И вот в том доме сейчас вот находится. Давайте допрыгнем. Тихо, тихо, тихо. А, нет, 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 ребята, ребята. Дела все плохо, хуже и хуже. У меня есть идея, ребята. У меня есть идея. Тут какая-то машина чья-то стоит. Я сейчас ее скину на время. Она, конечно, немножечко пострадает. Так, нет, мы ее не хотим загнать. Как нам вот так? Вы, надеюсь, поняли, что я задумал? Так, запрыгиваем. Тут запрыгиваем. И вот как-то... Блин, зачем я так сделал? Так, нет, значит, сюда мы не можем запрыгнуть. В таком случае... В таком случае вот так. Блин, да что за фигня? Не привык к управлению еще, ребятушки. Надо привыкать постепенно. Так, и как-то нам надо проникнуть вот сюда. Как, не знаю. Оп. Почти, почти, ребята, почти. А что если, ребятушки, вот, знаете, как нам сделать? Вот так вот. И вот так вот. Думаю, что должно получиться. Там просто, знаете, вот вы все время, вот вы некоторые думаете, ну, кто не играл в GTA, что я там ищу? Ну, блин, ну, уже многие поняли, что я делаю. Прям тут очевидно понятно, что тут за проблемка. В чем прикол? Окей, ребята, окей. Кажется, мы не сможем допрыгнуть никак. Может, подтолкнуть машину? Ее можно подтолкать? Слушайте, ее реально можно толкать. Нифига себе. А если... А вдруг мы допрыгнем? Слушайте, тут можно допрыгнуть, по-моему. Нет, не можно. Не можно. Так. Вот теперь мы не допрыгнем до отсюда. Блин. Вы как видите. Они допрыгнули, слушайте. И нам уже как-то... Я понял, как, ребята, мы же вот... Вот и дебил. Побежали. Ну, почти, ребят, ну, конечно же, ну... Понятно теперь, все, ребята. Теперь мы поняли, в чем дело, почему мы не можем... Сейчас, ребят, покажу вам, в чем дело. Опа! Почти, ребят, да блин... Короче, ребят, мы, наверное, фигню не будем страдать. Просто тупо не будем. И если мы сейчас не получится допрыгнуть, то мы закончим серию, а я тем временем пока что... А если вот так вот? Нет, нет! Ребята, вот последний раз отвечаю. Все, последний раз. Я-то лоханулся сейчас немножечко. А так у меня был... план. Блин, у нас, наверное, Сиджи уже устал... Так вот. Так, тихо. Я знаю, что там замыл. Все, ребята, да, наконец-таки мы забрались. Фу, все. Так, берем УЗИ, и мы вот с такого вот УЗИхой будем ходить. Ну что ж, ребятушки, все, да, пора снимать. Ой, заканчивать снимать. Всем спасибо за просмотр этого данного видеоролика. Надеюсь, вам понравилось. Ставим лайки и подписываемся на мой канал, а также оставляем комментарии. С вами был я, Рэчик. Всем пока, любители Ютуба. Пока.